Приветствую вас. Предполагаю, что пришли вы к нам на ресурс с вопросом, уже имея какое-то решение. Предполагаю, что это решение вы реализуете в любом случае, потому что вы производите впечатление человека, который все-таки что-то решил делает. Вот, поэтому я думаю, что вы пришли подтвердить свое решение, которое вы уже приняли. Вот, если честно, то у меня нет ощущения, что вы действительно обращаетесь как бы за помощью, тем, чтобы мы помогли вам принять какое-то решение. И надо мне сказать, что отчасти это хорошо. Отчасти это хорошо, что это так. Потому что если бы вы действительно как бы вынесли на наш суд, что вам делать, это было бы свидетельство о том, что вы в себе не уверены сильно. И работать нужно было в первую очередь именно с этим моментом. Значит, что касается ситуации, да, по ребенку, я скажу так, что мне непонятно, почему у ребенка нет никакого диагноза, мне непонятно, почему ребенок не в коррекционной школе, мне непонятно, почему у ребенка нет вообще никакого никакой картины того, что не происходит. То есть у него явно есть проблемы, у него явно есть трудности, да. Но почему у него нет никакой вообще медицинской, так сказать, ситуации, медицинской картины? Нет. Также вы вот в дополнение написали, что ему 9 лет, а может быть ему нужно работать с детским психологом и так далее, да? То есть, как бы, опять же, нет ощущения, что вы ребенком занимаетесь именно по медицинской, по психотерапевтической линии. Есть ощущение, что вы все время пытаетесь его куда-то отдать, все время пытаетесь приготовить его к жизни, но... А может ли он вообще? Есть ли у него для этого ресурсы? Есть ли у него для этого возможность? Это то, что выбивается, как бы, то, что остается за кадром в данном случае. Вот. Те варианты, которые вы предложили, они, в принципе, для ребенка одинаковые. То есть он одинаково легко выучит и язык, он одинаково легко выучит и немецкий, и белорусский язык. Вот. То есть, как бы, здесь проблем на самом деле для него нет. Как сказала моя коллега Мария Протасова, что многое зависит от вас. То есть, вот куда вы хотите уехать? Куда, где вам будет лучше всего? Там лучше будет и ребенку. Вот. Что касается деревни, ну, не знаю. Единственное, что вот у меня насчет деревни есть такое замечание, что в деревне все-таки уровень жизни гораздо ниже. А вашему ребенку могут понадобиться и лекарства, и специализированные заведения, учреждения, точнее, специализированные учреждения, которые в деревне попросту быть не может. Кто вам сказал, что в деревне дети попроще, а в Беларуси обучение советское? Для меня тоже загадка. Дети везде дети. Дети везде жестокие. И везде ребенку нужно самому учиться как-то вот социальной жизни. От вас требуется его только поддерживать. Вы постоянно пытаетесь ребенка уберечь от чего-то, вы постоянно пытаетесь ребенка защитить от чего-то. Но так не научится. Именно поэтому важно понять, что с ним. Знаете, если у него некая болезнь, какая-то болезнь, то ее нужно лечить. Если у него особенности развития, это нужно учитывать, соответственно, специализированная школа ему необходима.
где в специальных условиях могут, могут раскрыть его способности. Вот и все. Понимаете? То есть вы говорите, что хотите научить его жизни, вы хотите социализировать его, чтобы у него были друзья. Это хорошо. Это хорошо. Но непонятно, что с вашим ребенком. Непонятно, почему он такой. Какая у всего этого причина? Это первое. Значит, здесь, я надеюсь, ситуация ясна, да, что, как бы, нужна медицинская картина ребенка, и нужно вам определиться уже, исходя из медицинской картины, если у ребенка просто, ну, если у ребенка не что-то серьезное, то ему нужно учиться. 9 лет, это вы уже опаздываете. То есть вот для 9 лет вы уже опаздываете в плане социализации, в плане всего. Если у него нет серьезных проблем, серьезных нарушений. Если серьезные нарушения есть, я имею в виду задержка психоречевого развития, например, либо еще что-то, что-нибудь такое, то тут, может быть, вы опережаете наоборот. Вот, может быть, тут вы делаете успехи. Но тогда стоит забыть про обычную школу и про все вот это. То есть основная проблема заключается в том, что вы не определились по отношению к ребенку, вы не определились вообще со своей стратегией. Со стратегией своего отношения к нему. То есть он у вас то нормальный, то нет. Он у вас нормальный, когда вы пытаетесь устроить его в кружок, когда вы пытаетесь устроить его в детский сад. Он у вас нормальный, когда вы пытаетесь записать его в спортивную секцию. Но он у вас ненормальный, когда вы разговариваете об особом к нему отношении. Он ненормальный, когда вы пытаетесь его защитить от конкуренции. А ребенку-то самому что с этим делать? У него нет представления однозначного о том, кто он такой. Он не понимает, кто он такой, что от него требует, что от него хотят. И это странно. Это странно. Поэтому ключевая и первостепенная ваша задача – понять, что происходит с вашим ребенком. Понять, кто он, что он, и определить, как к нему относиться. Вот. И чего от него ждать, и чего требовать. Без этого ничего не получится. Второе. Что касается вас. Я думаю, что, во-первых, заболевание пищеварительное, которое вы описываете, это от серьезного нервного напряжения. То есть пищеварительное заболевание это тревожность, страхи, нервы и так далее, и так далее. Вот. Какое у вас заболевание вы не пишете, но это в принципе не важно. Не важно. То есть тревожность у вас есть 100%. Возможно, чувствительность повышенная тоже есть 100%. Значит, попытка затолкать свои чувства вглубь себя, то есть невыражение своих чувств, тоже есть практически 100%. И ребенок, по сути, он все это может чувствовать от вас. То есть вам нужно эти моменты прорабатывать. Дальше. Вы пишете, так, меня здесь все осуждают и говорят, что ребенок такой из-за того, что я его не пускаю в школу. Отчасти, эти люди правы, потому что у них нет информации о том, что у вас ребенок, например, болит чем-то. У вас у ребенка есть особенности развития. Отчасти они правы. С другой стороны, если вас осуждают, какое вам до этого дело? Вот. То есть я не очень вот, понимаю, почему вас задевает то, что вас осуждают.
То, что вы говорите, это вот, соответственно, знаете, какой-то побег. То есть вы хотите убежать, убежать от проблемы. От проблемы состояния вашего ребенка, от проблемы непереносимости осуждений, от проблемы, например, того, что вы одинок, то есть, ну, у вас нет мужчины. Кстати, ребенку мужчина необходим. Вот. И то, что вы вот не построили отношения, да, а, ну, как бы, с мужчиной, новые, другие, вот, как бы, и это тоже очень важный момент, вот. Понимаете, какая штука? И, соответственно, эти проблемы нужно решать вам. А, вот это то, что я думаю. Вот. По поводу того, что вот именно, ну, по поводу того, что касается, по поводу того, что касается вас. Вот. Именно вас, вот лично вас. Понимаете? То есть тут вот есть, тут вот есть сложность. Вот. И, соответственно, нужно, чтобы вы на это, на все обратили свое внимание. Вот. И тогда уже вам, ну, я полагаю, будет более очевидно. То есть, допустим, вот к примеру, да, а вы считаете, что там у вас ребенок здоров, у меня возникло ощущение, да, то вы, ну, что вы не готовы признать, что у вашего ребенка есть сложности какие-то. Ну вот. И как бы, если вы не готовы этого сделать, то значит относиться к ребенку нужно как к здоровому. А если ребенок здоров полностью, ну, в таком случае из школы его нужно отпускать, и от опасности его оберегать не нужно. Вот. И так далее. Соответственно. Вот такая вот история. То есть, такой момент, то, что я хотел до вас, условно говоря, донести. Вот. Значит, что касается выбора, то тут как бы решать исключительно вам. Но это вы ему оберегаете, да, у меня возникло такое ощущение. Но главной причиной я вижу то, что вы отказываетесь признать, что у него есть проблемы. Вот. Тут вам, ну, возможно, не знаю, проще сделать вид, что, что у него, ну, что у него все хорошо. Вот. Понимаете? Вот это такая история.
Вот и все. Что можно вам сказать. Наверное. Давайте пройдемся еще по тексту немножко вашим. Значит, мне 40 лет, живу одна с сыном 9 лет. Последние 3 года не работаю из-за серьезных проблем со здоровьем. Да, то вот тут вот момент всплывает про отца. А сыну нужен отец, сыну нужен мужчина. Именно мужчина может приготовить его к жизни, не вы. Вот, мой сын учится на семейном обучении, все эти годы я пробовал многократно устроить его в детсад. Он очень хороший ребенок, спокойный, он не приспособлен к обществу обычных детей. Тот не социализирован. Вот. Ну и так далее. То есть, в принципе, я, наверное, все рассмотрел. Вот. Рассмотрел ваш вопрос. Кроме только того, что вы пишете, что в детских коллективах он травмировался, сильно болел, начинал с анурия, заикания, снились ужасы. Это все не просто так. Но тут, может быть, ему все-таки нужен детский психолог, может быть, не только психолог, я не знаю, но вот вы говорите, что он очень медлительный, хочет все делать в своем ритме, надо быстро соображать. Это медицинская картина, требуется медицинская картина. Вот. Вам, соответственно, быть более честным с собой, наладить свою личную жизнь, вот. Разобраться в том, как вы относитесь к себе и к ребенку, вот. Выработать отношение к, значит, к оценочным суждениям, вот, которые всегда будут, потому что ребенок, в принципе, такой необычный, вот, и понять, что вы не только, вам не только нужно самой выработать иммунитет к таким осуждениям, но и до ребенка донести, что это абсолютно нормально, потому что очень скоро он будет чувствовать на себе подобные моменты, вот. Ну, а когда будет медицинская картина, вы уже сможете для себя понять, что и как делать, вот. Вот так, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.